пусть живется словно в сказке, чтобы летом и зимою сердце полнилось любовью. С днем влюбленных всех поздравляю. И добрый день всем. Сегодня у нас такой солнечный день. Мороз и солнце, день чудесный. Небо голубое-голубое. Такая приятная голубизна. И нету сильного ветра, какой был вчера. Шикарный день. Одним словом, день влюбленных. А сегодня у меня на завтрак будет гречневая каша с тыквой. Каши 100 грамм и 5 грамм сливочного масла. Каша на воде. Яйцо пашот, яблоко и конфетка. И кофеек вон там подмигивает. Скоро будет готовый. Приятного всем аппетита! И ко мне сегодня в гости пришла Лена. Не верится, да? Да, двор, конечно, у нас хороший. С изюминкой. С изюминкой, точно. Здесь в Ейске вот магазин, вроде посмотришь. А, вот эта вот аптека мне нравится. Вот я сегодня маме лекарства здесь выкупала. Хорошая аптека. Да. Вот магазинчики очень такие насыщенные, как бы вот содержанием, товарами. Я имею в виду товарами, да. Заходишь и диву даешься, честно. Богатый выбор. Да, да, серьезно. Вроде как будто отдельное государство какое-то. Ну, я Кубань считаю, что отдельное государство. Ну да. Витрина магазина. Вечером мне нравится красиво так все. Не, ну правда, за границей напоминает. Ну да, да. Я говорю, я когда выхожу в центр, у меня аж вот всегда. Душа радуется. Душа радуется, да. Здорово. Да, действительно, здесь напоминает такое вот все. Заграничное, да, что-то? Ну да, точно похолоднее. Ну и то, вот вчера было ветрено сильно, да? А сегодня погода вообще замечательная. Сегодня солнце целый день было. Так, мы сейчас пойдем посмотрим к чупа-чупсам, которые сюда недавно перенесли. Они были на площади, в центре, а сейчас они в парке Пушкина. Пушистые, красивые, правда? Здорово. Это лавочки, можно посидеть на них, отдохнуть. Да. Вот. Красота. Народу нет никого. Хотя время еще мало. Поэтому, уважаемые подписчики, не переживайте. Мы гуляем не ночью, несмотря на то, что темно. Не переживайте. Это еще вечернее время, время детское. Это юг, здесь темнеет рано. Все нормально у нас, все хорошо. Здесь безопасно гулять. Там тоже, наверное, ведь рано. Уже все, темно. Темно, конечно. Вот так гуляет по улочкам, тоже освещенным. Конечно. Спокойно, тепло. Спокойно, хорошо. Тихо, тепло, да, да. И здесь точно так же идешь спокойно и полная безопасность. Есть здесь вот рано утром, такой вот как бы все встают и идут все на работу, да? И оживление такое утром, рано.
А во второй половине дня уже здесь все занимаются своими домашними делами и становится более так пустынно. Никого нет на улицах. А с утра здесь так прям вот оживленно очень даже, да. С утра все, особенно вот я же в районе рынка живу, вижу, что люди рано едут на работу, везут товар. Тоже дом такой здоровый, купеческий. Да, да, это купеческий дом. Да, тут они все купеческие дома, практически. Не, поменьше, большой, но этот огромный, конечно, да. И здесь окна высокие, да? Что на мансарде он тоже сделан. Да, на мансарде, там уже, и там и свет горит, там жилое. Угу. Живое. Купец побогаче, купец победнее. Ну да, конечно, везде так. Разное. Ощущается разница такая, да? Ну вообще интересная здесь архитектура. Да. Такая своеобразная, интересная очень. Ну, люди уже присмотрелись и не замечают. Вот когда свежим глазом смотришь, интересно наблюдать. Конечно. Разницу старин, видно, да. Старин. В каждом городе же по-своему все. Сейчас у нас новые маршрутки уже. Вот эти вот автобусы. Так, это у нас улица Одесская. Одесская. Да. Да, это Одесская. Сейчас мы повернем на Свердлова. Или Свердлова, я не знаю. Я Свердлова называю. Я знаю, что Свердловск, я жила рядом со Свердловском, поэтому для меня Свердлова. Мне 55 лет, я уже не исправлюсь никак по-другому. Я буду говорить так, как я привыкла, поэтому... Как бы то ни было, а привычка свое берет. Да, вот этот белый дом интересный очень. Ну да, он... Да... Так, а вот эта улица уже Свердлова. Вот это самый центр города. Всякие арочки. Да, и здесь очень много магазинов всяких разных. А, да, это администрация. Это администрация, да. А наверху спасибо, там вон там эти. Машины. Да. Администрация здесь. А вот там часы. Вот там дальше. Сейчас подойдем к ним. Да, а вот эти вот мне нравятся мостики, да, классные такие вообще. Сейчас подойдем к часы, посмотрим. Ну да. Вот это уже новые автобусы. Маршрутные такси. Везде. По всему городу? По всему городу, да. Отсюда садишься и едешь по всему городу? Да, здесь, да. Ну только надо знать куда, потому что мы когда с мамой поехали первый раз на пляж. Нам сказали, что надо садиться на какой автобус. Ну, мы и сели. Угу. И уехали. Не в ту сторону. Вот, ну мы же не знали, откуда мы знаем. Это мы сейчас уже знаем, а тогда мы не знали. Но зато посмотрели город, прокатились. Все, что не делается, все делается к лучшему. Я тоже думаю, где здесь остановки, чтобы на какой автобус садиться и куда. Да. Вот они, часики. Они идут. Вот. Часики. Да. Почему-то на час они отстают на час, да. Хотя время 7 часов. Потому что это время отдыха. Не знаю, может быть, там еще зимнее время. Да, действительно, на час. Так что время сейчас 7 вечера на самом деле. Вот еще тоже такой же мостик. Да и здесь много по центру. Везде этих мостиков. Вот здесь еще фонтанчик.
А вот так прямо, если идти, на море дорога прямая. Никуда сворачивать не надо. Все прямо-прямо и на море. А вот это парк Горького. Здесь парк Горького. А вот правее от нас, вот там, где фонари горят, там дворец культуры. Но сейчас как бы в связи с пандемией он не работает. Вот. Но вот там вот синеньким горит, видно, вверх. Вот это дворец культуры. То есть мероприятий пока нет никаких там. Ну, а здесь, вот на этом месте, очень интересно летом всегда. Такие лавочки, да, классные вообще, ну-ка. Да-да-да, антиквариат, вот да, здесь много продают его. А вот это большое здание, это впереди вот эта школа. Мне подсветка нравится такая у школы, красивая. Трапезная красивая. Да, это трапезная в церкви. Служба идет, пение. На улице слышно так здорово, да? Голоса приятные. Вечерняя идет, да, наверное? Мама переживает. Очень красивый, да? Ну вот, мы в церковь зашли. Здесь такие приятные мелочи. Да. Правильно. Столбы с иллюминацией. Действительно, приятные мелочи. В принципе, она ведь... приятные. Да. Она ведь вся жизнь, в общем-то, из мелочей состоит. Что еще нужно, да? Да. Идешь, отвлекаешься от своих проблем. Ну да. Смотришь, радуешься. На самом деле. Все для поднятия настроения. Да, да, и да. Музыка, и музыка, и все, да. На самом деле, в городах, в крупных городах, ну, там по-другому все. А здесь вот он такой... Все бегут, спешат. Суета. Да. Суета. А здесь так спокойно, чинно так, уравновешенно. Суета, всё. Суета, житие мое. Фонарь гудит. Арка красивая. Ну вот, наша прогулка уже сегодня подходит к концу уже. Проводила я до дому, доставила, чтобы мама не переживала, да, Лена? Ну вот и все. Мне хотелось бы сегодня выразить огромную благодарность врачам скорой помощи города Ейска. Сегодня нам пришлось вызвать для мамы врача. Проблемы с дыханием, таблетки, лекарства не помогало. Я позвонила 012, нас соединили со скорой, записали вызов, сказали, ждите, сейчас приедем. Ну, сейчас понятие растяжимое, как бы, да, я одела куртку, вышла открыть ворота и вернулась домой. Я не успела еще снять куртку, следом за мной заходят уже врачи, они приехали. Не прошло и 3-4 минуты, это вообще моментально. И двое молодых людей померили сатурацию 86, это мало. Молодой человек взял подушку сам,
положил под руку, поставили укол внутривенный, значит, померили давление, сняли кардиограмму, подушку под голову положили, маму положил, все, дождались до тех пор, пока не станет лучше. Померили снова сатурацию, стало 95, уже приступ как бы отступил, уже самочувствие улучшилось, и только тогда врачи уехали. Я хочу сказать, что очень вот молодые, очень внимательные, очень тактичные, очень обходительные люди. Спасибо вам большое. И всем вам, мои дорогие друзья, знакомые, близкие, родные, всем вам выражаю огромную благодарность за ваши комментарии, за вашу поддержку, за вашу обратную связь. Спасибо вам всем и всем доброго здоровья и до завтра!